Күнімдік тұрмышта қолданылып жүрген қадемке бұйымдар менен бұл жақта ажайып қоз нәрселер жасалған екен. Мисалы бұл гүл қадемке қағаз қол арчыдан жасалыптыр. Алиме мен қолымдағы бұл тегерек картинканың... Джайнагуль Тазабекова была одним из лучших журналистов не только телеканала «Пирамида», но и всех СМИ Кыргызстана, в которых она успела проработать. Ей было всего 28 лет. Работала на радиостанциях «Биринчи радио», «Санжира» и телеканалах «Алато-24» и «Пирамида». Ее коллеги до сих пор не могут поверить такой печальной новости. Джайнагуль негизим, дай. Джайнагуль обладала всеми качествами настоящей женщины. Она была безумно женственной, нежной. Кроме того, она была безусловно трудолюбивой, но больше всего мне запомнилась ее нежность. Порой мне становилось стыдно за свой громкий смех, потому что она была до того примерной девочкой. Знала я ее 4 года, а работали вместе около 1,5 лет, и за это время она стала не просто коллегой, а такой близкой душе сестрой. Последним местом работы Джайнагуль Тазабековой осталось радио «Санжира». И там ее запомнили трудолюбивым и отзывчивым человеком. Когда мы узнали эту ужасную весть о Джайнагуль, у нас у всех дрогнули сердца. И поверить в то, что такой прекрасный человек уже покинул нас, невозможно. Так как мы с ней работали вместе, знали ее хорошо, нам было тяжело принять такую новость. Многие говорят, что она была открытым человеком, ну а я помню ее застенчивой, немногословной, приятной девушкой. Она четко выполняла свои профессиональные обязанности и никогда нас не подводила. Вот такое мне запомнилось Джайнагуль. Джайнагуль Тазабекова отучилась в Кыргызско-турецком университете МАНАС по специальности журналистика. Здесь ее помнят как самого лучшего и способного студента. Я помню, как Джайнагуль пришла к нам еще на первый курс. Еще тогда была заметна ее способность к журналистике. Она интересовалась многими вещами и была удивительно любознательной. Я был горд ею и не сомневался в ее достигнутых успехах и в будущем, которых она должна была достичь. Слишком рано она ушла. В группе Джайны были одни девочки, и она была самой примерной. Безоговорочно выполняла все задания, которые преподаватели давали студентам. Поддерживала и помогала своим одногруппникам. Перед ней стояли вершины победы, которых она, несомненно, достигла бы. Слишком рано она ушла, и ее возраст вдвойне печалит. Джайнагуль Тазабековой было всего 28 лет. Ее похоронили сегодня в селе Воронцов Каламудунского района Чуйской области. В телекомпании «Пирамида» она проработала 1,5 года. И в нашем коллективе Джайнагуль была не только профессионалом своего дела, но и человеком с прекрасной душой.